Кто такие? Я вас не звал. Осёл! Осёл! Уйди от меня! Пошёл вон! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдди, Санджока и Игорь. И мы сегодня будем начинать нашу новую рубрику, которая называется «Попробуй не засмеяться в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет! И это наша новая рубрика, поэтому новая серия зависит только от вас. Да, ребята, надеюсь, что вы соберете огроменную кучу лайков, и тогда выйдет обязательно вторая серия, которая будет, естественно, круче, чем первая. А насколько крутая серия первая, вы узнаете прямо сейчас. Приятного просмотра. Так, шо, я буду за вот этим пультиком, я буду нажимать, когда будет смешно. Да, про правила мы не будем объяснять, вы сами сейчас все, ребята, увидите. Жека, ты первый, дай. Ой. Рассмешу, давай. Да, сейчас мне нужно будет рассмешить, да. Судьи готовы. Подожди, нужно собраться. Надо что, подожди, у тебя есть одна минута, чтобы рассмешить. Да не надо, минут, ну просто. Если смешно, то смешно. Я боюсь! Ну хорошо, вы готовы? Подожди, сейчас я должен расслабить мышцы лица. На носке! На носке! Трогай носке! А ну дай мне носке, ну дай! Это твои носки! А ну дай носки! Рыжай! А ну что это такое? Ты дурак, да? Что ты пошел? Ты меня сначала испугал. Носки какие-то, придурок. Так, ну ладно, в принципе. Что, у тебя одно очко есть, да? Давай, иди, становись. Да, очко. Так, хорошо. Эдисон, давай, смеши меня. Так, Игорь, мы с тобой с покерфейсом сидим, ты помнишь? Не уже смешно. Подожди. Мне кажется, Игорь меня как-то... Я не знаю, это чисто тест на психику в Майнкрафте, это что это вообще? С тобой все нормально? Блин, как вообще в это играть? Мне кажется, мы не умеем в это играть. Ну, иди ко мне за пультик, иди сюда. Давай, это твоя очередь. Давай, Игорь. Давай. 3, 2, 1. Кто такие? Я вас не звал. У меня все коротенькое, да, спасибо. И что, мне снова идти, да? Да, так это твоя очередь. Пока что у нас все успешно, по-моему. Все лидируем. Ну что, ребят, вы готовы? Я очень серьезный сейчас, я очень серьезный. Я смеяться не буду. Я тоже. Что это такое? Дебила ощущаю в тебе я. Глупый ты человек. Не стать тебе. Я сейчас я глупый. А чё только ко мне? Я не только я глупый. Оставь меня, уйди, не трогай меня. Засмеёшься сейчас ты, чувствую я. У меня уже фонарь горит, проваливает. Так же. Шо, вы воюете самому великому ебать? Ну такие. Давай, Эдисон, давай. Раз, два, три. Да ты ж твой нигер фантастик! Рада на бомбанена до сталинена! Аршранец хорей! Ой, ябрыш хорей! Да ты ж твой нигер смайдрай! Хорей! Раз! Ein, zwei, drei! Да, твой петушок, так кучку, это! Петушок, это немецкий, старый немецкий. Ты прям Гитлер от Бога. Да, теперь я. Давай, Игорь, давай. Нам нужно потом все это посчитать, мне кажется, пока что не было. Пока что, да. Давай, если выключай фонарик. Хорошо. Зайди, это на... Не надо, что за сухие. Я не в геймоне, чёрт! Я хотел сломать стену! Я заржал только то, что он пытается что-то ломать.
Так, я не понял, что Гитлеру не смешно. Да, все смешно, все смешно. Ой, ребята. Подождите, подождите. Ой, какие красавицы. Ой, ты какие красавицы, я не могу. Вот это твой седок, как красавец, иди ко мне, моя пушечка. Сейчас такой, такой кусочек, кусочек над губами. Ну, такой кусочек, не то ты какой красавец. Ой, ты то какой зуб. Не, не трогай меня, нет. Да я у тебя, ой, фанатик, кстати. Ну какая попка сладкая, иди ко мне сюда, моя брата. Ой, а ты засмотришь за твоими голубенькими. Ну какие глазики, иди сюда. Давай, возьми меня, возьми меня, возьми меня. Знаешь, что реально жестко зарешало, когда ты подошел к Гитлеру? Ну тогда уже я заряжал, можно так сказать. Да, я заряжал прям жестко. Гитлер на слава поработал. Давай. Не пугай нас, пожалуйста. Сейчас опять музыка пойдет, Джека, ты не ведись на это, главное не ведись. Я не веди, не веди. Что это такое вообще? У тебя что-то немножко не это, ты немножко единорог. Поваляйся. Это жестко. Давай. Давай. Ну что, вы готовы, дети? Мы готовы. Слышь, парниша, у меня есть два громобелы. Держи, ты тоже держи. Ой, танцуй. Ой, ты убери отсюда, тут детский канал, убери. Брат! Браза, браза! Браза! Ришканцы, это хуйня! Все наркоманы, а ну пить оттуда наркоманы! Так, мне кажется, рубрика теряет смысл! Все, все по местам! Без паники! Без паники, без паники. Все, Гитлер, уходите, пожалуйста. Гитлер, уходите. С нашей точки. Давай. Да, мы слушаем, Евгений. Да. Давайте. Осел! 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 Осел, мать твою! Осел, мать твою! Осел, потерял! Это мой осел! Где мой осел? Да ты тогда мне своего осла! Отдай мне осел! У меня только сахар! Дай сахар, осла мне дай! Нету осла, нету осла! Ну где ты где-то? На осла ему подавай! А что это ты тот? Это моё место. Хорошо. Я опять, да? Да, опять вы. Да, мы слушаем. Мне, конечно, немного неудобно, но я здесь где-то потерял свои трусики. Понимаете, мне где-то нужны мои трусики. Ты мучачес не видел мои трусики? Не-не-не, трусов нет, только буррито. Я чувствую свои трусики. Это буррито. Понимаете, немножечко неловко, конечно, но природная красота, мне нужны мои трусики. Хорошо, пускай будет. Следующий. Ой, я побежал. Мы готовы, да? Мы готовы. Да, мы готовы. Не смеяться. Это же не рассмешу челлендж. Не засмейся. Мы не будем смеяться, да, Игорь?
Я же не делаю дуэльдан. Чё ты, ручка, хотела? Мы потеряли, возьмите обратно. Уточка. Ну давай, Эдисон, в общем, затащи. Затащить, да? Да. Ну я постараюсь, да. Тебе тоже надо? Я ухожу теперь, да, Ой. Ну что, финальная сцена, да, Игорь? Ты сейчас уже... Финальная сцена. И главное тут. Это сильно жестко. Я уже устал смеяться. Челлендж, попробуй не засмеяться, попробуй выжить. Все, смогу успокоить. В общем, ребят. Мне жарко, очень жарко. До свидания. В общем, нам понравился. Майнкрафт хайль. В общем, все, давайте, ребят, заканчивать, хватит. Я вспотел. Нам понравилось, ребят. Не знаю, как вам. Если вам тоже понравилось, то обязательно ставьте огромный палец вверх на все наши видосы. Дайте прям как можно больше лайков. И будет продолжение, мы вам обещаем. Да. Ой, да, ребята, если мы много лайков не наберем, то продолжение. Так что давайте. Да. Обязательно нужно поставить лайк и подписаться. И везде подписаться, где только можно. Так что давайте, ребят. До следующей. До свидания. Майнкрафт хайль! Thank you.